Их работа – спасение человеческих жизней. Сегодня в Краснослободском поисково-спасательном отряде состоялось чествование сотрудников, отличившихся при проведении операции в 2012 году. Само награждение было приурочено профессиональному празднику, который спасатели отмечали накануне. Из Среднеохтубинского района материал Екатерины Караваевой. Спасение водителей из снежного плена на Саратовской трассе, поиски пострадавших под завалами рухнувшей многоэтажки в Астрахани, ликвидация последствий наводнения в Крымске. Во всех этих операциях принимали в 2012 году участие специалисты Краснослободского поисково-спасательного отряда. Так, за восстановление разрушенных стихий населенных пунктов на Кубани спасатели были удостоены правительственных наград. Главная задача была – это расчистка русла реки Баканка и поисково-спасательные работы, непосредственно которыми занимается наш поисково-спасательный отряд. Личного состава в Крымске было направлено 20 человек. Чистили подворья, убирали мусор. Помимо событий, которые потрясли всю Россию, спасатели практически ежедневно сталкиваются с ситуациями, в которых требуется их помощь. За минувший год специалисты Краснослободского МЧС провели 101 поисково-спасательную операцию. В этом году в большей степени, конечно, доставили хлопот это природного характера, чрезвычайной ситуации. Ну и, скажем так, из числа техногенных, это можно, пожалуй, отметить увеличившееся количество ДТП, здесь вот на трассе Среднеохтубинской. На сегодняшний день в Краснослободском МЧС работают 72 спасателя. Как оказалось, такую непростую профессию выбирают и девушки. Елена Лысенко уже более 5 лет работает кинологом. В паре с лабрадором Гердой она принимала активное участие в поиске людей, ставших жертвами чрезвычайных ситуаций. Мы были на техногенке в Астрахани. Вот недавно побывали в Таганроге. Притом нас вызвали оттуда со сборов. Мы были в Лаганаках, в Адыгее, на кинологических сборах по горно-лавинной службе. Нас туда вызвали в Таганрог. В Астрахани, в Камышине, в Волгограде тут здание у нас обрушение было, в Ахтубе. Большую помощь спасателям в их нелегком труде оказывает специальная техника. В минувшем году автопарк краснослободских спасателей пополнился 3 снегоболотоходами. Это техника высокой проходимости. Вот эта машина с простым названием «Лось» просто незаменима при поисково-спасательных операциях. Эта машина может двигаться по снегу, по асфальту и даже перемещаться по воде. Максимальная скорость, которую развивает механизм, до 60 км в час. Всего автопарк краснослободского МЧС насчитывает 18 единиц техники. Все машины помогают специалистам в нелегком деле спасения человеческих жизней. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Среднеохтубинского района.